Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Бумба, и это игра Strike Force Kitty Last Stand. Мы продолжаем защищать нашу башню, как видите, у меня состав совсем обновленный, я тут прошел, наверное, раза 3-4, не больше, и там что-то уровни опять до хрена прошел, нам просто повезло, просто много нам рыбок выпадает, и поэтому проходится легче, и прям, видите, у меня два Бэтмена, нормально, да? Саурон, Сейлор Мун, скажите, Фримен или Гендальф, опять Хеллбой. Короче, это вообще фигня, когда происходит вообще. Да господи, мы еще не прошли уровень, что ли. Так, мы, в принципе, прошли, там должен танк следующий. Ну, видите, как мы синего рейнджера до сих пор не можем получить. Я прям не знаю, что за пипец. Так, давайте. Он нам мешает прям. И вы увидите дальше, что мы только проходили уровни. Я покажу, что нам попадало. Ну, блин, как-то проходилось, я не знаю. И специально я не хотел. Оп. Смотрите, мы, этот, Саурон и... Гордо снимем, этот, да-да-да-да-да-да, жизнь восстанавливает. Ну вот и как раз танк, вот теряем только. Блин, и вот опять мне выпал этот синий рейнджер, ну что за капец, я не знаю, ну что за капец. Здорово, там тихо. Ну, это, кстати, флаг какой-то латвийский, не знаю, что это, так просто. Не реально, флаг Латвии, нет, не находите. Давайте стрелять там быстрее. Давайте, мочим его, мы не должны умереть. Ни капли страху, ни толики сомнения. Ну? Давай! Сейчас мы одолеем его. Мы должны разделать. Ради просто игры. А я, кстати, не помню, чего качается. Я хочу рыбок больше получать вообще. Много рыбок. Чтобы он просто ловил там вообще. И мы просто могли качаться неимоверно много. Да-да-да, вот так вот. Я вот такой карыстый человек. Просто рыбок реально не хватает. Там сейчас рыбок просто реально много нужно. Сейчас увидите просто. Там адово рыб надо. Да, все, нет танка. И тут сейчас, короче, будут уровни побиты уже враги, но при этом не настолько побиты, чтобы... Ну, чтобы не поняли. Какой уровень? 18 должен быть, да? Нет? Да, вот. Вот это Чермиллион оставшийся бегает, короче, мешает нам тут перейти на 19 сразу. И мы опять не можем достать его. Сколько? Я не знаю, сколько мы с ним деремся. Ну, раз, говорю, раз 3-4 раза. Ну, 4 раза, представляете, ходите, никак не выбить. Причем некоторых с первого раза просто вот, целый уровень стаскивали, вот почти все. Так вот, таким Чермиллион поставлялись. Да, Вася? Выпал! Наконец-то таки выпал! И Кузя пришел. Он, наверное, услышал мяу. Кузя, не играй с проводами. Как кот себя ведешь, я не знаю. Так. Продолжаем нам бить. Оо! Двойной. Молодец, давай, Бэтмен, двойные, беги! Стреляем, давайте, стреляем, там, не знаю, как скорость, например, Гендальф там скорость сбивает, точно, скорость, как у Гендальфа. Давайте, Фримен, кусай. Молодец, Фримен. Давайте марш нам. Марш. Твою марш. Есть. Это проще становится всем. Так, опять. Аладдин прибежал с этим бессмертниусом. Дайте ему зубы, типа, вот, Франкенштейн. Ну, он был Франкенштейн, да, Франкенштейн, да. Кстати, в каждом фильме или в каждой этой истории он по-разному выглядит, я не знаю. Есть день достоверный фильм Франкенштейн, не знаю. А как по-вашему выглядит Франкенштейн? Смотрите свои комментарии, кстати, да, вот, мне интересно. А как по-вашему, на самом деле, выглядит Франкенштейн? Не играйся, вот, ну, как должен был Франкенштейн, не играйся. Вот, на все эти взрослые, какие-то, выдумки, легенды, там. Так. Мы не получили никого, да? Конечно, зачем? Нам никто не нужен. Мы любим драться с этими. Так, 21 уровень. Что же он нам преподнесет? А он нам преподнесет опять одинокого воина этого, скажите, ситха, твою мать, который неодолеваемый. Так, бьем его. Ну, ребята, давайте, я в вас верю, я вас вселяю, вы в меня вселяете в веру. А тем временем 5 часов утра, или ночи, я не знаю. Оп, отлично. Бьем, есть. Ну, давай, пожалуйста, убей, ну. Ну, все, давай, чуть-чуть осталось, ну, давай. Есть, он выпал. Ситх выпал. Месть ситхов пришла. Че сейчас, кто у нас? О, железный человек. Ну, в дурацкой форме только, конечно. Я уже долблю в мышку вовсю, я не знаю, у меня мышка скоро, знаете, дымит так. А я не хочу, мышка мне нравится. Знаете, как я тут
когда тут дрался, прям переживал, карал, я даже голос посадил. Ну вы чувствуете, да? У меня прям голос посажен, я прям не могу снимать теперь. Оп, оп, критуем. Я даже не знаю, кто у нас критует, я уже даже не знаю, кто у нас молодец человек. Кто чем занимается, вообще серьезно. А, целый мун отбивает этих два по быкам, короче, ближний бодика. Короче, нет. А-а-а-а, кусают. У меня рука болит, я не знаю, мне надо короче, кликер делать. На кликере это было бы проще. У меня палец не уставал, у меня палец устает прям. О, пустые что ли прибегу сейчас? Да, блин! Кайл, Карман, Кенни, кто это? Встречал с ними. 5000 рыбок. Это мало, кстати. У нас было 6 чем-то за заход. Последний, как раз вроде. Ну, может, сейчас накупим, как раз сейчас падает, должно по 24 вроде. Такие крещеные рыбки, да-да-да. Я уже все запомнил, да-да-да, я прошаренный. Или не по 24, я, может, обманул сейчас. Нагло так. Бьем. Не знаю, был бы в тех играх, где прыгать надо, рыбки тоже автоматически собирались сами. А, по 3-4, ну, ошибся. Как бы... Господи, Кузя, ну что делать? Ну 5 часов утра, как бы, конечно, надо начинать играть с Серёгкой, со шнурками. Чем еще можно заняться коту в 5 утра? Начать играть. Как бы люди спят, по идее. Ну, понимаете, не спят, что-то. Подстава, думаю. Ну, говорит, все равно, как бы, Steam буду играть. Есть, мы получили Кайла, Кармана, Кенни, не знаю, кто это. Ой, кто, что, опять этот друид. Мне, кстати, тоже заколебал уже. Нам выбить его надо, и этот... Бластерный чувачок. Чувакоид. Трикозлоид, я не знаю, как его назвать. Ну, добьем его. Добьем же. Стреляешь там. Ну, стреляй, блин. Расстрелялся тут, блин. Стрелок, блин. Ну, давай, Сейлор Мун. Не умирать, пожалуйста, никому. Нам, кусайте, давайте. Научить Сейлор Мун кусать, короче, тоже. Кусается. Хотел сказать, баба, огонь. Да, не огонь, Сейлор Марс. Баба, огонь. Чуть до смерти тогда мы с вами, да? Получили, кого мы получили? Вот этого. Бластероида, отлично. А друида не получили, да, кремль? Ну, как обычно, кремль. А мы с вами-то не молодец получили. Ну и 6 тысяч как раз, кстати, фирменная, да. Что у нас дальше ждет? А-а-а, Глакун, Гланот. Ну, Гланас. Ну и тут мы проигрывали, мы тут никогда не выигрывали, правильно? Поэтому сейчас мы проиграем как-то. Я в нас верю. Её отремонтировали прям. Всё, атакуем. Быстро, в атаку! Ой, не, у нас жизнь мало, чё-то вообще там задний, так вообще чё-то категорически. Да, и меня вот это напрягает. Не было такого глаза. Не била она никого кулаками. А чё она так много бьёт-то? Просто раз меньше вроде было, чё-то троих прям ударил. Сейлор Мун, вперёд! Гордон Фримен, живи! Ну, давайте, бьём! Чё, люди по 470 теперь добавляют? Серьёзно? Ни хрена себе! Я не хочу выиграть в Адас. Я хочу вечно с ней драться. Я прям жадный на рыбу. Чёрт, я не знаю, я пока болтал, я даже не смею, как убили Гордона Фримена. Это не настоящий игрок, Гордон Фримен не может снимать. Так, а, теперь понял. А раньше в этот кубик, который 250 снимает. Лишь бы не в Генриха. Ну, а капец. Короче, надо быть сильнее, гораздо сильнее. Мы пока что не готовы с ними быться. 10 тысяч, твою мать. Ну, мы неплохо, согласитесь. Ааа, ухо чешется, ну точнее. Всё, деремся. Там, наверное, шумы будут жестокие. Простите меня, пожалуйста. Ну, почти. Ну, это почти победа. Не поражение же это. Это поражение. Ну и всё. А, нет, смотрите-ка, вы успели выбежать. Миу, как вы медленно мяукали. Сейчас бить будет там прям. Не было такого класса. Это обман. Ну давайте, мы почти убили, кстати, больше половины. Нормально. Ну, кстати, к нам никто не ворвется в замок, по крайней мере. Владос не будет сейчас въезжать прям, бум, с ноги. В общем, на этой ноте я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто смотрел. Давайте теперь вместе со мной. Напоминаю, с вами был Бумба. До новых встреч на канале. Пока.